Всем привет, ребята! Сегодня делаем для фотона Тунланда ключ для снятия запас нового колеса. Так как у нас дилер очень сильно отличился своей жадностью и корыстью, то они мне этот ключ не дали. А когда я им позвонил, попросил, что нет до ключа для снятия запаски, они мне сказали, что приезжайте, мы вам продадим его за 3100 рублей. Ну вот я поехал, съездил в автомагазин за железякой, купил себе ключ, заводилку от ГАЗ-69. Ну, сейчас я ее пытаюсь переделать, чтобы можно было снять запаску с лифта. Ну, вроде получается, вот такие пропилы сейчас с четырех сторон нужно сделать, а потом все это дело закруглить. Давайте будем смотреть, что дальше получится. Давай. Ну вот, ребята, опиливаем с четырех сторон, чтобы нам сделать вход гораздо чуть-чуть меньшего размера. Вот сейчас я буду пилить. А боковой надпил делаем гораздо глубже, потому что он должен войти зацеп. И сейчас еще так же сделаем. С этой стороны точно такой же надпил. Ну вот, сделали 4 ровных отпила с каждой стороны. И сейчас я их просто отпилю. А потом эту часть закруглю. Она как раз подойдет для захвата. Вот получился такой ровный квадрат. Сейчас я его с каждой стороны еще пройду по углу. С этой и получится у нас круг.
Ну вот такой у нас круг получился. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот. Чтобы входил в зацеп вот эти штучки. Ну и сейчас посмотрим. Зашкурю я это по кругу сделаю. Сталь очень крепкая. Поэтому, когда будете пилить, будьте очень аккуратны. Диаметр должен получиться гораздо меньше. Ну, давайте посмотрим, что дальше получится. Ну вот, ребята, шлифовальная машина. Вот такую штучку я себе приобрел. Она стоит 1000 рублей. Но зато диски очень здорово и удобно менять. Я всем рекомендую такую гаечку самозатяжную. Вы знаете, не нужен никогда с собой ключ никакой. Вот так вот взяли, раз, ее тут же закрутили. И вся проблема решена. Видите, как очень удобно. А теперь смотрим, вот я сейчас закруглю здесь. Ну вот, закруглил я ее сейчас по кругу. Я пойду примерю. Ну вот, вставляю я ее туда. Полезу примерять. Подожди, как... Опа. Давай. Ну вот, пытаюсь вам показать. Она еще чуть-чуть не входит. Чуть-чуть буквально. Совсем чуть-чуть надо подшлифовать. И она войдет в зацеп. То пойду я сейчас дошлифовывать. Вот она. Зацеп практически вошла. Пойду я дошлифую сейчас, ребят, и доделаем. Вот это еще толсто, оказывается. Нужно дошлифовать чуть-чуточку, чтобы вот это вошло. Ну, чуть-чуточку надо. Thank you.
Ну, теперь, ребят, должно подойти, мне кажется. Пойдем примерим. Так, полезу вниз. Ира, подай фонарик. Что-то чуть-чуть что-то не дает мне, так кажется. Не дают сами усики. Ну вот, ребят, теперь оказалось, что вот эти усики, вот эти вот, чуть-чуть не заходят. Их надо еще тоже подточить. Ну, сейчас я их сточу. Пойдемте мерить теперь. Мне кажется, теперь все должно подойти. Тихо. Оставь в покое. Вот, против часовой. Хорошо. Да и просто ты силой. Так, ладно, давай, сейчас я обрежу хвостик немножко. Он, видать, чуть-чуть длинный и заходит. Но уже видно, что вращаешь. Хвостик, по всей вероятности, очень длинный, в лифт ходит далеко. Вот это теперь хитрый.
фигня длинная получается. Ее надо вот это вот чуть-чуть надо сточить еще. Вот видишь, бугор, это надо убрать. Когда вставляешь, он упирается. Ну, сюда поверни тоже. Сейчас мы этот хвостик отболгарим. Блин, аллилуйя, все получилось. Хе-хе, ребята, получилось. Все взошло. Ира, попробуй покрутить. Так, фиг просто. Ну, и чего? Да нет, Ира, все идет, просто тебе селедок нету. Я сейчас вылезу, все сделаю. Все, ребят, сейчас я проверю. Ну что, снимай. Снимай. Вот колесик болтается. Все получилось, ребят. Видите? А нам его так и так надо снять, чтобы просверлить дырки. Так, снимаем. Дальше. Ну, все работает четко, блин, ребята. Вот вам 3200, 300 за набор. Ребят, все работает четко. Вот и ключик готов. Так что всем рекомендую. Всем, кто был со мной на каналчике, ребята, большое-большое спасибо. Дай телефон. Ну вот такой у нас ключ получился. Ребята, всем, кто был со мной на канале, подписываемся, ставим лайки. Оператором сегодня у меня была жена, так что, если жене поставите лайк, я и думал, будет очень приятно. Спасибо большое вам всем, ребята. Пока.